Это еще мало. Оно будет часа 4, наверное. Вообще красиво. Еще одну приставку к смокер-грилю, чтобы можно было ставить казан. Варить черепу. Вот сегодня будем пробовать черепу варить. Закинули мясо. Ну, мясо, по-моему, что-то много закидали. Ну, мясо с костями. Говядина. Смокер-гриль типа паровоз. Кстати, дымит, как паровоз. Забросили мясо в холодную воду. Бросили луковицу. Две штуки. Нечищенную специально, чтобы был цвет золотистый. Ну вот так вот на смокер-гриле никогда не пробовали, не делали. Будем пытаться. Получится, посмотрим. Ну, 13 минут прошло, и он уже кипит достаточно быстро. И маленько уже убрали вот этот накипь, как белок. Сейчас надо чуть-чуть прикрыть. Поддувало. Она будет уже не так жарко и потихоньку будет вариться, томиться, как говорят. Посмотрим, что дальше будет. Лук вытаскиваем. Говорят, лук забирает все не очень хорошие вещества. Забрасывает Клавдия Петровна морковку, картошку. Все это уже варилось полтора часа. Ну, говядина. Шурпа. Да, будет шурпа. Да. В интернете посмотрели, решили сделать. Муж приспособление такое сделал. Вот, и это. Придерживай так. Вот так. Так, что нам теперь надо? Это должно сколько вариться? Ну, наверное, 20-30. Вот, а потом туда закинем перец. Перец, что еще? Помидорку, лук. Потом зелень, приправу посолим и посмотрим. Покажем потом, что будет дальше. Спасибо. Эти морковочки варить сейчас бросаем. Это перец наш, теплицы у нас красного нет, зеленый, и лук засыпаем сюда, закладываем. Картошечка уже мягенькая. Вот, сейчас минут, наверное, 10, да, поварится, это быстро варится. Потом запустим помидорки с зеленью, а потом приправку кинем, соль, все такое. Вот, мы так посмотрели в интернете, решили приготовить. Ну, пусть варится. Помидорки. И зелень.
сейчас принесу специи. Пока посмотрите, как варится кулеш. У нас перец, лавровый лист, специи всякие. Вот, высыпаем. Мешаем. Придерживай. А, я забываю. Придерживать надо. Мы положили, да? По-моему, соль нормально. Сейчас поварится все это. Вот такой мы обед смострячили. Так, у нас вот тут сварилось. Мясо вообще мягкое. Вот такое. Ложим мясо. Так. Хватит мяса. Хватит, куда ты устук? Кушать. Куда столько? Кушать будем. Вот, ложим мясо. Теперь берем картошечки. Овощей можно. Так, сейчас я еще покажу. У меня муж не любит много картошки. Положу ему две. Хватит. Но не любит он на картошке много. Мясо любит много, картошки, и бульончик любит. Поэтому я ему налью побольше бульончика. Все, сейчас пойдем пробовать. Надо крышку принести, накрыть. У нас огня же нет уже, да? Да, я все закрыл. Ну все, накрываем крышечкой. И пусть еще томится. Да. Все, закрыли. Попробовали на приставке к смокинг-грилю. Сам сделал, кстати, приставку. Ага. Из кольца баллона. На казана. Да. Специально у нас такой казанчик. Мы его на улицу. Ну все. Пошли пробовать.